Всем привет, дорогие друзья! Решил записать очередное видео на проект HydroMiner. Вот сейчас нахожусь на главном сайте данного проекта. Сайт выполнен хорошо, удобно, хороший перевод на русский язык. В общем, можем посмотреть, что там по последним новостям. Вообще, HydroMiner меня очень заинтересовал как проект, так как это экологически чистый проект, который... майнинг на воде, в общем, я уже объяснял в предыдущих видео, это очень выгодно и не создает никаких плохих эффектов на природу, в общем. Это экопродукт. Что можно еще сказать? Видеоролик я уже включал, их промо-ролик, вы можете подписаться на них в Твиттере, Фейсбуке, также есть YouTube канал. И следить за новостями. Если вас заинтересовал данный проект, то инвестируйте в него. Это абсолютно реальный проект. Вот токен сейл заканчивается 15 ноября 2017 года в 10:00. 4 дня и 14 часов, в общем, осталось. И вот здесь написано, как бы сколько они собрали. Собрали они довольно-таки немало. Мне кажется, у проекта все получится. Запланировано у них многое, как бы. Расширение своих границ и, в общем, улучшение майнинг-ферм и так далее. Что можно еще сказать? Можете принять участие в баунти-компании, хотя осталось очень мало времени, но тем не менее. Очень интересно. Вот здесь биткоин-долг-ветка, я ее ставлю в описании. Также можно посмотреть white paper данного проекта. Это дорожная карта, что на биткоин толкветке пишем, давайте посмотрим, что пишет на биткоин. Вот здесь, это начальная монета, в общем. Вот стоимость токена, H20 написано, без скидки цена. Вот скидки на предварительные продажи были, уже как бы, наверное, поздно, но... Тем не менее, какие-то скидки сейчас есть в период ICO, в период токен сейла. Ну, в общем, интересный очень проект, и довольно-таки неплохие уже сборы у них. Я думаю, у них все получится, в будущем добьются своей цели. Вот, вода — это энергия, они описывают, почему они выбрали именно такое направление в своей деятельности. К чему они стремятся. Расположены не в Альпах, еще раз повторюсь, в Австрии. В общем, как бы горные реки в Австрии. И именно в Альпах они проводят на своих станциях гидромайнинг. Вот здесь показана картинка, как оно все выглядит в реальной жизни. Но есть видеоролик, я уже включал в предыдущих видео, там все показано, как бы со всех ракурсов все видно, все понятно. В общем, они объясняют полностью свою технологию, описывают и... Как бы могут зарабатывать на этом очень хорошие деньги. Ну, вот здесь опять же вся информация по поводу токен сейла есть. В общем, переходите по ссылкам, ознакомьтесь более детально. White paper я оставлю в описании. Ссылки на биткоин толк ветки, на официальный сайт. В общем, если вас заинтересовало, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем желаю удачи, всем пока.